Говорил Татьяне Капустиной, не надо, нет, послала. Надя Дмухов послала вот такую сумку, к воротам привязала, подала. Я сдал на улице стоял. Поделитесь, Надежда Васильевна. Я прямо зашел сразу с улицы, выложил все ей на стол. Выбирай, что везешь, остатки забираю. Вчера еще разговаривали, не надо, у меня все есть. Нет. А это теперь хозяйка. Вот это любовь. А что же не любовь-то? Ясное дело. И она привезла на работу. Я говорю, ну ладно, встречу на остановку дойду. Нет. К дому подвезла. Вот я принес все. Сложил на стол. Чтобы не было разговора, что я там что-то съел. Остатки еще заберешь, сумку мне положишь тогда. Клади в сумку, вот. Ну, сложи, еще тебе не надо. Нельзя отбиться никак. Вот это действительно любовь, больше никак не объяснишь. Живет у вокзала, главное, я так далеко, и она, Надя, на работу торопится, та Надежда. Ну, пожалуйста. Да забота, еще... забота материнская, я говорю. Ну, что сделаешь? Я сколько говорил вчера, прямо чуть не это... Не отрекся. Я говорю, ну не надо, у меня все есть. Нет, даже не разговаривают. У меня еще вчерашний там и суп, и все есть. Сухари есть, нет. Так, все можно забирать? Так вот это чудо такое. Ну, в термос еще там, суп какой-нибудь. Не разбей только. Прошу, очень аккуратно будь. Суп, да. Ну, это можно... Сегодня у нас среда, 14 апреля 2021 года. Сегодня будет считаться канон Андрея Крицкого, полностью весь, как называют в народе Марья Настояние. Это день отменный. Кто сегодня будет на богослужении, завтра четверг, разрешается с растительным маслом, а остальным нет. Даже здесь и то через желудок подходят. Не урони, не торопись. Даже еще не уронила, уже заранее ты знаешь, начнешь кого-то винить. Это он меня, дьявол, смутил, змей. А тебя кто на эту работу послал? А кто? Тоже дьявол, да? Я не знаю, что. Прямо вот сейчас шагнул, принес и отдал. Проезжала машина, которая мусор забирает. Я ее заснял и шоперу показал вот так вот. Вот, говорю, работа. Он заулыбался, сигнал дал. Берет, но у него такая машина, это же придумали. Поднимает, опрокидывает, он даже из кабины не вылазит. И поехал дальше. Из кабины не вылазит? Да не вылазит. Он два этого поднял, одну опрокинул, поставил на место. Опять другую опрокинул, два бака. Капуста у меня есть. Ну, поделиться, сказали, поделись. А я принес, сейчас знаю, что мне не избежать обвинений каких-нибудь. Так, вот тебе. Так, твоего. Сам выбираешь шапочку свою. Спаси, Христос. Уходя из дома, выключи, выдерни и все. Давай. Спаси, так, Христос. Значит, ведра у тебя валяются твои все-таки? Ну, что они валяются, не знаю, а что я принесла, это да, мои, потому что я щепки... Ну, не сами же они пришли валяются около твоего двора. Я щепки, сейчас опять за щепками пойду. Да, не про это речь идет. Кто же тут ведра тебе набросал? Вот они валяются. Ну, это, наверное, собака бегала и свалила. Да она не бегала. Она за ней, я только сейчас ее выпустил. Собаки здесь не было. Вчера они стояли. Все, спокойно. Значит, другое место ставь, чтобы они не валялись. Хорошо. Она не дает растаять льду. Все. С Богом. С Богом. Спаси, давай, давай. Христос. Подожди маленько, подожди. Тут я это не задел. Вот так. Татьяне, доброго здоровья, душевного. Аллилуйя. Спасибо. Всем благодарение Богу. Ну, тот играть ему надо. Володя-то уехал. Вот мы здесь.